Добрый день. Всегда очень трудно выступать после победителей с такими замечательными идеями. Я очень рад, что вы меня сюда позвали, и буду рад вам открыть маленький секрет нашего успеха и обязательно поговорю о наших провалах. Наверняка это будет намного интереснее вам, чтобы вы не совершили этих ошибок, которые совершили мы в плане постройки нашего информационного общества. Моя презентация будет на английском языке в плане текста. Буду говорить с вами по-русски. Так будет, я думаю, проще понять нам друг друга. Первое. Мы всегда гордимся тем, что Эстонию вспоминают, когда говорят о скайпе. Я немножко уточню, это не эстонцы придумали скайп. Эстонцы всего лишь придумали решение для скайпа. А учредителями были шведы и датчане. Но в команду, так сказать, разработчиков мы входили. И полностью софт был разработан, так сказать, в Эстонии. Мы очень маленькая страна. Это наше счастье и несчастье. Мы всего 1,3 миллиона населения, как пол вашего города, наверное, да, получается. У вас 2 миллиона где-то в городе живет. Это счастье, потому что мы можем делать вещи. Мы всегда говорим «stop think tank, let's do tank». Это значит, что давайте делать. Давайте делать, ошибаться, снова делать. Потому что любое обучение возможно только практикуясь. Поднимите руку, есть права для машины. Хорошо, поднимите теперь руку те, кто сразу поехал после того, как закончил курсы вождения. Так. Теперь скажите, кто при первой поездке думал, какую скорость, когда включать? Все, да? Теперь вы об этом не думаете. Вы научились этому подсознательно. Также и разработка, и участие в сотрудничестве при различных группах, это приходит только через действие. И один момент после вот таких панелей, вы даже не обратите внимания, как у вас происходит настоящее сотрудничество, где вы поддерживаете друг друга. Ну, маленький географический ракурс я пропущу, так как время мало. Немножко о нашей истории. Все началось с банков. Банки управляют деньгами, деньги должны быть деньгами надо управлять хорошо. И поэтому первая электронная услуга была, конечно, в области банкинга. Следующая, первая услуга и первый, так сказать, рабочий кабинет был сделан где? В налоговом. Почему? Потому что, опять же, деньги. Да? Бюджет Эстонии на 80% состоит из налогов, 20% это какие-то дотации и маленькая прибыль там, с продажи того же леса, как вы тут упоминали. То есть, в принципе, да, мы должны собирать деньги через бизнес, да, чтобы жило государство. Для этого надо что? Надо нам хорошо сотрудничать. Наш успех лежит на так называемой X-дороге или X-пути, если вы слушали. Она была создана в 2001 году. Это просто система, протокол по обмену данными между всеми государственными учреждениями. То есть идея состоит в том, что если кто-то уже собрал какое-то количество данных о ком-то, и кто-то другой в другом ведомстве нуждается в этих же данных, он не спрашивает их у бизнеса, у частного лица, а спрашивает у того ведомства, которое это собрало. И желательно по электронной, посредством электронной коммуникации. Но это еще всего лишь, так сказать, инфраструктура. Где мы сделали революционный момент, я считаю, у нас есть вот такая штука, называется ID-карта. Да? Я думаю, у вас она тоже есть, это ни для кого не секрет. Но в чем заключается секрет успеха, по моему мнению? То, что мы сделали обязательной по закону иметь ID-карту и необязательный паспорт. Паспорт – это всего лишь документ для путешествий. А вот это ключ ко всему. Здесь есть маленький чип, через который проводится, да, как бы двухстепенчатая идентификация. Первая, которая говорит, что вот этот здесь человек, который куда-то ее вставит, это Янек. И другое – это право подписи. Да? Я подтверждаю свою волю на что-то. Весь секрет в этом. Но вы можете обратить внимание, что это было там, в 2002 году, когда уже была и карточка, и все, мы могли там подписывать дигитально. Я скажу вам честно, что могу вас спросить, как вы думаете, как использовалась сначала эта карточка у простых людей? Как?
Посмотрите за окно сейчас. Сейчас какое время года? У кого опять машина есть? О, супер, конечно, мы ими чистили снег. Инфраструктура была. Инфраструктура была, все было. А чего не было? Услуг не было. Ну, зачем мне карточка с рабочей инфраструктурой без услуг? И здесь опять, кстати, очень помог банковский сектор, и это решение тоже было принято, что посредством этой карточки можно зайти в банк. То есть можно использовать банковские пароли, там, карточки, но можно использовать и ID-карту, потому что система довольно-таки, так сказать, защищена и очень хорошо защищена. И поэтому люди сразу стали ее пользовать для чего? Для своих ежедневных проблем. Да? То есть каждый месяц оплачивать счета. Зашел, оплатил, ушел. Да? То есть у нее появилось какое-то применение. Следующий момент у нас был проезд в общественном транспорте. Ее соединили с билетной системой. То есть опять у человека появилась какая-то возможность что-то с ней делать. Без этого эта карточка, ну, в принципе, опять же говорю, ждем зимы и начинаем шкребетать, так сказать. Это было начало. Я тут чуть-чуть пропущу. У нас тут было очень много всяких инициатив. Вы, наверное, слушали про наше e-резидентство. Это опять та же карточка. То есть вы, заплатив 100 евро, можете стать электронным резидентом нашего государства и пользоваться нашей инфраструктурой. Открывать бизнес за 20 минут, платить налоги, не приходя никуда, делать абсолютно все. Я вас спрошу одну вещь. Вы знаете, какие три услуги невозможно использовать в Эстонии электронно? Голосуем с 2006 года, все нормально, e-voting, вот там, до 5-го, извините. Все нормально, голосуем и в парламент, и на местных выборах с карточкой, только в путь. Ну, почти это... Хорошо, первая вещь, я не могу жениться. Через электронную услугу. Хорошо, отсюда второе, что я не могу сделать? Точно. И третья вещь, это я не могу делать сделки с недвижимостью, потому что необходим нотариус. Хотя, в принципе, у нотариуса, опять же, я подписываю все вот этой карточкой, да? Я просто не могу дистанционно делать. Все остальное в Эстонии возможно сделать на дистанции. Другой вопрос, как это хорошо или плохо работает. У нас у каждого ведомства есть свои эти кабинеты, какие-то эти услуги и все такое прочее. Но куда мы действительно не инвестировали, это в, так сказать, конечный юзер-интерфейс. Да? То есть у нас все равно люди мучаются, пользуя наши электронные услуги. И поэтому совет, когда вы уже тут их разрабатываете в плане какого-то продукта, спросите у людей, что им надо, не придумывайте. Вы все равно не угадаете. Позовите людей, они вам скажут, что не нравится. И тогда уже, как тут было очень хорошо со стороны коллеги замечено, что вы узнаете проблему. Не решайте какие-то проблемы, которые у вас в голове, потому что эти проблемы никого не волнуют. Меня волнует, если я гражданин, не знаю, вот работает здесь что-то, надо мне куда-то идти, надо мне регистрироваться к врачу или нет. И это идея. И опять же, вернувшись к этому, так сказать, e-резидентству, у нас идея стать первой страной как услуга. Это по-английски это country as a service. Это значит, что каждый человек, получивший эту карточку, может пользоваться всеми услугами для себя, которыми мы пользуемся как граждане. Это не право, это возможность. Мы можем в любой момент это все закрыть и прекратить, если будут какие-то, так сказать, проблемы у Интерпола или еще кого-то с этой личностью, у которого есть эта карточка. Проблем нету. Но вы можете пользоваться всем, чем угодно. Опять же, кроме трех вещей. Жениться нельзя, разводиться нельзя и нельзя делать сделки с недвижимостью. Теперь непосредственно к трем вещам, которые я хочу упомянуть в своей презентации именно с точки зрения сотрудничества, предпринимательства и скажем тогда, какого-то публичного сектора, да, и государства. Мы начали один проект еще в текущем году, оно называется «Нулевая бюрократия». До этого мы всегда сами думали и решали, что хорошо, а что плохо. Здесь мы спросили у союзов различных, там, промышленные, общественные и так далее, что им мешает. Немножко позже я вам покажу, сколько мы получили ответов и что им не нравится. И скажу, почему мы продвинулись чуть-чуть дальше по сравнению с предыдущими проектами. Также из него вытек, так сказать, проект, называемый Reporting 3.0. Это значит... У вас тут уже был, кстати, похожий проект, мне очень понравилось. Обязательно закончите это налоговики, по-моему, предложили. То есть, чтобы действительно все делалось через банк. Потому что у банка все равно есть эта информация. Вы все равно ей пользуетесь. Теперь другой вопрос, нужно ли какую-то
систему, которая еще дополнительно с кого-то что-то спрашивает. Имеет смысл дополнить там и двигать, так сказать, данными напрямую. И последний момент – это кто является собственником информации, которую вы кому-то отдаете. Я скажу прямо, в Эстонии я не являюсь собственником своей информации. Я могу видеть ее, но делать я с ней ничего не могу. И ни одна страна в мире сегодня этого не может делать. Если мне кто-то скажет, что может, я пойду первый туда в гости и посмотрю, как они это отрегулировали. Чтобы быть не таким голословным, это система, как у нас там все работает, все части там связаны, там private, public sector, все красиво. На самом деле выглядит так. Какой главный point вот этой, в этой картинке? Мы децентрализованная инфраструктура. Это значит, что мы действительно обмениваемся информацией. Мы не создали одну какую-то большую бочку, куда напихали данные, и в этой бочке крутимся. У каждого ведомства своя бочка, и они меняют только ту информацию между собой, которой у них нету. И в этом идея. Теперь начнем с собственника даты. Я вам открою свои личные данные. Каждый человек в Эстонии может зайти, если хотите позже, найдем в интернете, засуну свою ID-карточку и покажу. В реальном времени со всех регистров мне показано, что имеет обо мне государство. Как я сказал, я не могу ничего делать, но я могу видеть. Это первый шаг к тому, чтобы я начал управлять своими данными. Можете посмотреть, да, вот я там родился в 1979 году, я женат, у меня один ребенок, мой адрес, мое образование, моя ID-карточка, моя машина там, да, какая-то есть, да, вот есть, мой семейный доктор, с какими предприятиями я связан, какая у меня недвижимость, где находится, да. То есть это все есть у государства обо мне, и государство мне это показывает, если я пользуюсь ID-картой. То есть просто, чтобы понять, да, это действительно не одна система, это, ну, например, полиция у нас заведует, я не знаю, регистром народонаселения, то есть все ведомства спрашивают данные через регистр народонаселения, чтобы оказывать услуги. Вспомните вы когда идете куда-то заполнять бумажки, что у вас спрашивают? Кто ты такой? А я всегда отвечаю, когда меня спрашивают, а вот иди посмотри, кто я такой, потому что у тебя есть доступ к моим данным, проводя мне услугу, не спрашивай у меня, не заставляй меня записывать то, что у тебя уже есть. Дай мне услугу. И просто, чтобы показать вам, насколько большой, так сказать, оборот этих запросов между ведомствами происходит, на сегодняшний день только в регистр налогонаселения в год делается 75 миллионов автоматических запросов по данным о людях. То есть это значит, если бы это было бы все на бумаге, если бы не было бы информационной системы там сзади, каждый бы спрашивал по бумаге, принеси, пожалуйста, мне справку с того ведомства, что вот ты тот, и тогда я начну делать что-то. То есть вот это называется, так мы называем вот этот once only principle, да, там подача данных один раз. И это всего 12% из всех, так сказать, запросов. Общее количество запросов 600 миллионов в год. Можете посчитать примерно так, что один запрос не является равным одному документу. Например, у нас тоже есть электронный рецепт. Опять же, с этой карточкой иду в аптеку, если мне врач выписал рецепт, мне дается рецепт, и все, без всякой бумаги. Например, один рецепт состоит из 21 запроса в разные инфосистемы. То есть можно посчитать, если 600 миллионов запросов, и мы возьмем самую большую услугу, которая состоит из 21 запроса, можете поделить на это количество, да, тогда получите количество документов, которые мы ежегодно просто, оборот которых мы ежегодно, так сказать, сохраняем для себя. Теперь то, что касается надзора данными. Я всегда спрашиваю, ну хорошо, вот государство держит мои данные, а почему я не могу им ничего делать? Почему я не могу открыть, например, свои данные о здоровье? Почему я не могу открыть компании по страхованию свои данные о здоровье? Почему я должен пойти в Министерство здравоохранения или там в подведомство? Дайте мне, пожалуйста, мою выписку о здоровье, мне надо пойти туда. Зачем? Чьи это данные? Мои данные. Вы их сохраняете. Супер. Откройте мне данные, я их перешлю. Или вообще скажу проще. Вот я доверяю этой компании. Пожалуйста, мои данные там. Бери и делай, что хочешь. Дай мне лучшую страховку. Конкурируй. И эта идея так называемого настоящего собственника данных. Другой аспект, который мы тоже внедрили с этого года пилотным проектом, это
надзор над теми, кто в частном секторе пользовался моими данными. То есть, если какой-то налоговик, я 10 лет отработал в налоговом департаменте, просто так, к сведению, вдруг посмотрел мои данные там, о зарплате, еще о чем-то, то эта информация будет мне показана, опять же, в той же среде, что кто-то смотрел мои данные. Если была какая-то процедура, действительно меня вызывали, проверяли, смотрели, проблем нету. Но если этого не было, опять же, я спрошу, чьи это данные? Ты же ко мне в холодильник не приходишь там ковыряться без спроса, да? То есть почему ты в моих данных ковыряешься? И опять же, это еще один шаг к прозрачности, если мы откроем для каждого клиента, для каждого нашего гражданина или предприятия пакет данных. А для предпринимательства это значит то, что мы можем и им это как-то сделать доступным. В свою очередь, они нам могут оказывать более качественные услуги. Теперь об этой бюрократии, которую я сказал. Мы постоянно что-то делаем лучше, 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 но мы ни разу не делали этого системно. Мы спросили вот у этих, так сказать, наших различных союзов, что вам не нравится. Мы получили 252 предложения по уменьшению бюрократии. И почему это теперь работает? Теперь назначен ответственный. Не за анализ, не за планирование, не за анализ, как прошло планирование, не за планирование планирования, а за то, как это все будет решаться. И личный письменный ответ в кабинет министров, почему это, например, сегодня невозможно сделать. Этот проект двухгодичный и будет готов к следующему году. То есть наверняка мы не можем сделать все, но что-то мы можем сделать. И, как вы видите, больше половины уже в разработке предложений. А это было благодаря тому, что мы действительно спросили, что мешает, и мы создали эту инициативную группу. Другой вопрос. Мы спросили у самих ведомств, а вы-то что делаете? У нас тоже, ну, хоть и электронное государство, но я электронно пошлю вам, вы электронно пошлете туда, тот еще электронно перешлет туда, тот подумает, давайте я еще кому-то перешлю, потом опять те же 30 дней. Да? То есть электронное государство какое, а клиенту-то все равно, он 30 дней эти ждет. То есть другой вопрос был, мы точно так же разослали в разные ведомства запросы, что, ну, как вам кажется, надо ли там все это согласовывать или как-то можно делегировать какие-то полномочия, где-то вообще убрать там согласование. И получили еще больше предложений, как вы видите. То есть только с министерства было половина, да, то есть вот эти все согласования вот этих правовых актов. У нас тоже работает эта электронная система, каждый может там про это так что-то сказать, если хочет и так далее. Если это электронно, вы должны быть готовы, да, что у вас начнется вот этот оборот согласования очень большим. Продумайте этот вариант. На первичном этапе это хорошо, на вторичном это будет то, кто-то что-то подумал, я начинаю искать какого-то специалиста, кто компетентен в этом вопросе и так далее. Да. То есть надо чуть-чуть на два шага дальше продумать, но в принципе эта идея хорошая. Так, вернемся к этому резидентству и, так сказать, государство как услуга. Уже сегодня по различным опросам, если мы говорим о высококвалифицированных рабочих местах, то люди не работают стандартный часовой день. Кроме того, если в глобальном мире у нас существует сколько часовых поясов, и наши с 8 до 5 никого не волнует. То есть нам надо сделать, а электронная услуга позволяет нам, скажем так, быть 24 часа в сутки доступными, ну, за исключением там работы, когда мы делаем всякие апгрейды, и давать людям, которые любят работать дистанционно, или так называемые фрилансеры, которые работают в тысячи местах, тоже возможность участвовать в бизнесе посредством той же ID-карточки, да, предложив им решение для e-резидентства. И это тренд. Если вы говорите о инновациях, сколько здесь начальников? Поднимите руки. Так, хорошо. У вас есть внутренние распорядки? Там написано, что должен чиновник быть на работе, там, не знаю, с 8 до 5. Я ликвидировал все это. У меня каждый чиновник должен знать, что он должен сделать, какому дню. Хочешь дома делать, делай. Но к этому числу принеси мне результат. Это совсем другой подход. Он построен на доверии. И он построен как раз на таком принципе, что каждый человек хочет делать то, что он хочет. Если человек двигает бумажки каждый день, то, поверьте, он этого не хочет делать. Я не скажу, что эта модель работает везде. Но там, где работают в области, ну, инноваций, разработок,
ты никогда не знаешь, когда к тебе придет хорошая идея. Я вот, например, за собой заметил, у меня самая лучшая идея, когда я встану, где-то вот так, в часов так 7:30, и до 7:30 у меня тогда мозг работает как сумасшедший. Потом он идет на спад, потом опять где-то работает. У меня коллега любит работать по выходным, например. То есть, опять же, мир, в принципе, в плане инноваций и разработок меняется. Мы должны вместе предложить какую-то среду им действовать в этой сфере сообща. И чем мы гордимся в Эстонии, благодаря вот этим всем проектам, которые были внедрены, то, что, да, все, что касается ведения дела. Мы приняли закон в июле, что можно открыть счет в банке, не приходя в банк. Это тотальная инновация. То есть это у нас есть два стартапа, которые работают на телевизионной, так сказать, идентификации. Там очень сложная процедура, да, как сделать так, чтобы, я не знаю, сзади не стоял человек с пистолетом, когда я регистрируюсь, да. То есть как не попасть в ловушку, когда, вы знаете, есть куча всяких апов, где я могу поставить любое лицо себе, да, и быть в камере. Там, не знаю, выберу лицо вашего президента, поставлю, и как будто это я говорю, да. То есть это смешно, но это сегодня возможно, и биометрия, да, меня не различит. То есть как все эти ловушки обойти, чтобы действительно я мог быть уверен, что я – это я на другом конце, так сказать, этого телепорта. И я думаю, что это будет очень большой вызов для Эстонии. И а почему мы это делаем? Да? Я же сказал, наше несчастье, что мы маленькие, наше счастье, что мы можем все быстро делать. Но у нас демографическая проблема существует. Мы на одной широте находимся. Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Осло. Да кто захочет ехать в эту Эстонию, да? Погоды нет, социальный пакет там получен, ладно, кроме Санкт-Петербурга, да, скажем. То есть мы должны быть открыты для новых идей бизнеса. То есть через эту карточку, да, которую можно получить в любом посольстве мира, мы предлагаем и полный пакет предпринимательства. То есть не только открыть бизнес, но и начать его реально делать, имея банковский аккаунт, потому что без банка то, что у меня там открыто за 20 минут, где-то виртуально какая-то, какое-то тело, оно не дает мне никаких льгот. Я через это, как раз ваша тема стартапа, мы зачастую, чиновники, забываем, что предприятие живет вот здесь, а не там, в каком-то маленьком ракурсе, где она общается с государством. Вот эта картинка очень хорошо иллюстрирует, что мы-то думаем, что это весь мир. А на самом деле нет. Надо чуть-чуть больше посмотреть и придумать, как компания, банк и их партнеры предоставят нам информацию так, чтобы они не должны дополнительно нам никаких репортов предоставлять. Это наша следующая большая инициатива. Я тараторил быстро, был зажат во времени, за это прошу прощения. Все, кто хочет поподробнее что-то узнать, могут подойти, спросить, обязательно расскажу. Спасибо вам.